Для каждого фигуриста участие в этих соревнованиях – возможность пройти отбор на Россию. Не всегда все получается, отмечает Матвей Синдзюк. Целей много, но не всегда они все получаются. Но стараюсь все выполнять. Иногда какие-то обстоятельства. Допустим, у нас недавно метель была неделю. То есть это минус неделя подготовки к каким-нибудь соревнованиям. Минус неделя вообще УФП, льда. Конечно, УФП дома делаем, но все равно все-таки фигурное катание, оно на льду происходит. То есть минус неделя льда – это потеря навыков каких-то, которые ты мог научиться.